I get that. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому сегодня вечером в эфире абхазского телевидения необычный выпуск программы «Агяма». Певцы трех республик – Южной Осетии, Приднестровья и Абхазии – продемонстрируют свои кулинарные способности. Мы пригласили их на заключительную программу «Агяма», чтобы они совместно приготовили праздничное блюдо, которое станет символом нашей дружбы и единства. Добрый вечер! С наступающим Новым годом! Встречайте наших гостей! Евгений Зюзин из Приднестровья, Роберт Кулумбеков из Южной Осетии, Ибрагим Джоев, Южная Осетия. Между прочим, мы из Южной Осетии ждали одного исполнителя. Сегодня в гостях два певца. А также наша певица Хибла Мукба. Давайте присядем. Вы нам расскажете, как доехали. Без приключений? Вы знаете, вот когда мы ехали на поезде, мы на одном вагоне встретились с вашими ребятами, нарты из Абхазии. И, в общем, мы с ними провели очень чудесный вечер, посидели, пообщались, еще ближе познакомились, и это было, в общем, супер. Прекрасно. Как-то ехал наш певец из Приднестровья? Ехал очень хорошо, кроме большого количества таможен и границ. Угу. В основном очень хорошо доехал. Люди очень добрые, очень отзывчивые, очень такие дружелюбные. Я пообщался, очень много узнал о людях. И в основном такой вот. Евгений, ты впервые в Абхазии? Да, я впервые в Абхазии и пока не нашел ничего здесь плохого такого. Очень много мандарины. У нас такого нет, к сожалению. И что ты узнал за эти два дня об Абхазии? Об истории вашего города. История развития, в истории трагедии, в истории жизни, развития. То же самое, как и у нас практически. У вас даже года немного совпадают с нашими развитием. Вот. Люди обычные, как и у нас. Даже, может быть, даже и лучше. Потому что у нас более напряженка большая с соседними странами. А у вас больше есть такого людского, понимаете? Вы очень близко друг к другу общаетесь. А у нас такого нет, к сожалению. Спасибо, приятно это слышать. Ибрагим, что ты знаешь об Абхазии, о нашем народе? То, что мы братья, единый народ, у нас одни проблемы, одни и те же друзья, одни проблемы. У вас очень красивые девушки, как и у нас. Я сегодня еще убедился в этом. Ты впервые в Абхазии? Нет, я второй раз уже в Абхазии. Первый раз я был 2 ноября. Мне очень понравилось. Мы тогда выступали в вашем театре. Кстати, у нас театр тоже такие похожие очень. Здания очень похожи. Нашего театра сейчас нету, к сожалению. Говорят, под Новый год бывают чудеса. Какое у вас самое заветное желание? Скажу так, что в каждом своем сольном концерте я всегда говорю о том, что у меня есть только одно желание. Желание, чтобы был мир на Кавказе, включая в этом же Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Вот это, наверное, мое самое огромное заветное желание. Ибрагим, да, ты хочешь что-то добавить? Вот когда я был еще ребенком маленьким, у нас дома, когда собирались гости, всегда этот тост был всегда актуален за мир. Но я, маленький, будучи ребенком, я не понимал, зачем это, и так все хорошо, зачем. А потом вот пришло время, и правда, вот этот тост сейчас еще актуальнее стал. Потому что без мира ничего не будет. Все дороги у людей будут закрыты. И я вашему народу,
хочу пожелать Нового года мира, добра, всего самого-самого наилучшего, чтобы был мир в ваших домах, на каждой улице, в каждом городе. Третья точно у нас, кстати, была. Поздравления, мы еще перейдем, я думаю, с бокалом шампанского. Да. Хибла, как наши певцы отмечают Новый год? Ну, как и не только наши, я думаю, на работе. С песней? Я думаю, да, вот как встретишь Новый год, так и проведешь, говорят же. Вот я лично хочу встретить Новый год с песней, чтобы в последующем и в последующих годах петь, радовать. А вот раз ты сказала, раз начала говорить о музыке, а что делает песню хитом? Слова или мелодия? Ну, плохой музыки и плохого текста не бывает, да? И музыканты, и композиторы, и поэты, они вкладывают смысл и в текст, и в музыку, да, и душу. И вот и я думаю, что в основном все зависит от денег и от продюсера. Как раскрутит песню продюсер. Понятно. Так считают наши гости? Ну, в принципе, так же. Так и есть. Не только наши политики, но и, оказывается, наши певцы тоже едины в своем мнении. Евгений, да. Расскажи нам о своем народе. Какие у вас традиции? Вы знаете, наверное, каждый нормальный человек 31 декабря, когда остается 2-3 минуты до Нового года, задумывается, сам встанет, минуту задумается и подумает, дай Бог провести Новый год как можно лучше. Чтобы без всяких политических каких-то отношений, без всяких каких-то комплексов, без всяких споров, чтобы все прошло как можно лучше. Что касается традиций нашего Приднестровья, то Новый год у нас проходит где-то с 29 числа и до Рождества Христова, то есть до 7 января. Каждый день у нас на площади Суворова проходят различные ярмарки, различные концерты, различные призовые какие-то там конкурсы. Все проходит у нас очень интересно. У тебя есть заветное желание? Да, у нас есть заветное желание. Наверное, как у каждого и южноосетинца, как и у каждого абхазца, как и у каждого, так и у каждого приднестровца, есть такое заветное желание, чтобы мы были независимы. Чтобы мы были признаны, чтобы мы были едины, чтобы мы помогали друг другу всегда. Вот так вот мы с добрыми мыслями будем встречать Новый год. А по правилам нашей передачи, сегодня и гости, и наша девушка должны приготовить блюдо, национальное блюдо. Я думаю, это еще больше вас объединит. Каждый из вас должен приготовить национальное блюдо. Приднестровское, южноосетинское и хибло, естественно, абхазское блюдо. Ну, раз все готовы, я вижу, уже настроение есть. Начнем. Агяма. Какой же праздник без песни? Тем более у нас сегодня в гостях певцы. Прежде чем ребята начнут готовить, я хочу их попросить спеть. Без песни точно мы вас не отпустим. Роберт, ну что ты нам споешь сегодня? Ты знаешь, Аня, дело в том, что как бы я вырос и родился в горах. И есть у нас красивые горы, и, конечно же, без красивых наших девчонок не обойтись. Я хочу спеть и про свои красивые горы, и, конечно же, про своих красивых девчонок. А Ибрагим Джоев что споет? Ну, я тоже спою песню о любви. Такая веселая песня, называется «Василиса». «Василиса». Да. Ну что, давайте слушать. Чуть
в мае распустится, белая, словно невеста. Ты, Василиса, распутница, рядом с тобой мне не место. Зря, Василиса, ты злишься и злишься, топаешь ложкой рассержена. Бедный Ибрагим. Как нехорошо с ним Василиса поступает, да? Василиса это вообще. Несчастная любовь. А вот, Евгений, как ты думаешь, а в чем заключается счастье? На мой взгляд, сегодняшнее счастье заключается в дружбе, о которой я сейчас спою. Мы тебя поддержим. Спасибо. Завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в небе звездам серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то надежное сердце любовь сохрани. Сердце любовь сохрани. А птица удачи опять улетит. Будет утро завтрашнего дня, кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сложит песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня, есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит. А птица удачи опять улетит. Сердце
надежное сердце, любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Агама. Наша передача не предусматривала более одного героя, поэтому у нас всего два фартука. Фартуки будут одевать мужчины. Ну, я хочу спросить у Евгения, какие ингредиенты нужны для приготовления приднестровской кадрили? Я правильно называю? Да, приднестровская кадрили. Для приготовления народного как бы блюда приднестровской кадрили нам будет просто необходимо. Ветчина, грамм 200, грамм 150 крабовых палочек, 3 вареных яйца, грамм 150 кукурузы, майонез и для украски зелень. Угу. Понятно, ты готовишься. Роберт, и ты нам расскажи, что для Джекан необходимо. Ну ты знаешь, Анна, дело в том, что в любой осетинской кухне надо прежде всего с любовью делать любое блюдо. И для приготовления нашего вкусного обеда, это с древних времен у нас в каждом осетинском доме делают ЖК. То есть берут сыр, его сильно раздавливают и кладут его в кастрюлю, добавляют к нему подсолнечное или же топленое масло и, смещая его на маленьком огне, то есть когда он расплавляется, mm-hmm. еще медленно добавляется мука, mm-hmm. и получается с этого всего mm-hmm. ЖК. Я так поняла, что Ибрагим сегодня в качестве ассистента. Да. Вам хорошо, вас двое. Я думаю, сегодня вечером на празднике в каждом доме, абхазском доме, на столе будет стоять ачапа. Это традиционное блюдо, любимое блюдо. Но и тем не менее, скажи, какие ингредиенты нужны. Для тех, кто не знает, нужна вареная капуста, угу. грецкий орех, пропущенный через мясорубку. И для оформления, для того, чтобы украсить на свой вкус, я хочу, чтобы там была зелень и лук. И, конечно, аджика. Давайте начнем готовить. А с тебя хлебла песня. Сейчас исполню. Я просто хвала, улыбки, кухня, хвала, черт.
Блюда готовы. Теперь надо их попробовать. Давайте, ребята, объединимся за одним столом. Абхазским, ухиблы. Несите свои блюда. Сегодняшняя наша передача – это символ дружбы и единения. Давайте объединим все три национальных блюда. Я думаю, за сегодняшним новогодним столом наше общее блюдо будет смотреться красиво и символично. Давайте дадим название. Как вы думаете, как мы можем назвать осетинское джека, приднестровские кадрили и абхазский ачапа? Как? Я бы сказал «Мир Кавказу». Я бы сказала «Мир Кавказу» или же «Братское блюдо», «Братский обед». Согласны вы со мной? Да. Я не сомневаюсь, что это очень вкусно. Но у нас для зрителей еще сюрприз. Вчера вечером, общаясь, у ребят родилась идея создать совместно песню. И за вчерашнюю ночь в музыкальной студии, вернее дома, у Артура Лакрба эта песня родилась. И сегодня впервые в эфире абхазского телевидения в передаче «Агяма» премьера песни «Are you из Раша?» Песня о дружбе. Ангажина. А также добра. Здесь люди, как всегда, встречают поезда любимых друзей. И там вы никогда, клянусь, вы никогда не встретите зла. Фасады и театры, парки и бульвары своей красотой манят нас к себе. О, Приднестровье, о, Приднестровье, ты жизни моей страна, ты радость и света полна. О, Приднестровье, о, Приднестровье, ты жизни моей страна, ты радость и света полна. Разухнир дека, бошкунду гаспастыл, наварзун схинвал. Мазарак давыл, дашин тайшарын, дедаману сомбом. Махсужем шрах, нахышау даума, нафиданынс. Нахистерте фар, накастертел тау, махкувам даума, наил накышау. Макачын схивал, макачын схивал. На варзон шина, махтавам давыл, на корат схивал. Макачын схивал, макачын схивал.
прежде чем мы поднимем тост, я хочу поблагодарить ресторан «Абырлаш», где проходит наша передача. В новогоднюю ночь здесь будет настоящий праздник. Приходите. Теперь шампанское. Евгения, твои пожелания. Я хотел бы обратиться к нашим младшим братьям, к детям. Будьте добрыми, счастливыми, умными. Мира вам, счастья и всего самого-самого доброго. С Новым годом! Я хочу поздравить матерей Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии, у которых сыновья отдали свою жизнь за великую солнечную Абхазию, за Приднестровье и за Южную Осетию. Не унывайте, будьте счастливы. И пусть в новом 2008 году будет мир над вашими головами. Счастья вам, любви и здоровья. А я хочу поздравить весь народ Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. Будьте счастливы, мирного вам неба. И чтоб слезы никогда не касались вашего лица. А если коснутся, пусть это будут только слезы от счастья. С Новым годом вас! Я поздравляю братьев Южной Осетии, Приднестровья и всех жителей нашей цветущей Абхазии с наступающим Новым годом. Желаю мира, добра, процветания. И чтобы мы все дружили. Осталось только сказать, все у нас будет хорошо. И на этой оптимистичной ноте давайте все скажем «Чанам зела» по-абхазски. Чанам зела! Уважаемые телезрители, наш праздник дружбы будет иметь продолжение. В новом году в эфире абхазского телевидения вы увидите совместный концерт. Ребята, я хочу вас поблагодарить от имени нашей телекомпании, что вы приехали к нам, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо вам большое, счастья, радости, мира и много-много улыбок и хороших песен.